Всем привет, с вами канал Сальса Геймер, канал об анонсах игр, игровых гайдах и немного музыки и танцев. Как и было предсказано инсайдерами, на днях Ubisoft анонсировала крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla, чем привела фанатов невероятный восторг. Такого наполнения контентом не ожидал никто. Севдракар. Ладно, Дракар! Викингер! Поплыли! Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok, или как перевели название русские локализаторы «Заря Рагнарёка», это самое объемное сюжетное дополнение Assassin's Creed Valhalla, на прохождение которого у игрока уйдет 30-35 часов. На этот раз Эйвору придется примерить на себя в очередных своих видениях обличие Одина и отправиться на помощь любимому сыну верховного бога Бальдеру. Он томится в заключении у могучих великанов Йотунхейма. С помощью хитрости и ума, а также боевого топора, игроку предстоит выручать Бальдера и остановить тем самым Рагнарёк. Эйвор в образе Одина посетит вначале Сватерхейм, прекрасный, но недружелюбный мир двергов, подвергшийся нападению захватчиков. Исследуйте полной опасности уголок северной мифологии, от подземных кузниц до золотых горных вершин. Дверги в германо-скандинавской мифологии – это карлики, обладающие нечеловеческой силой, а также очень редкими познаниями в магии и в работе с металлами. Ближе всего к обывателю название гномы, но это разные народы. Лишь заручившись поддержкой двергов, Эйвор отправится на войну с йотунами, огромными великанами, у которых есть разные магические способности. Командовать великанами будет Сурд, бессмертный огненный великан. Скорее всего, он и будет главным боссом. Из новых способностей Эйвора стоит отметить: возможность превращаться в ворона и совершать эффектные убийства, возможность перенимать способности побежденных врагов, воскрешать павших врагов для того, чтобы они сражались на вашей стороне, огненная броня, которая напоминает пылающую магму, а также возможность зачаровывать оружие холодом. Дополнение выходит уже 10 марта 2022 года. Русский язык прилагается. Для сделавших предзаказ доступны следующие плюшки. В набор входят облик ворона, посланец Деллинга, ездовая рысь Хавард, комплект снаряжения Сумерки и топор Данов Альгурнир. И это все, что известно о проекте на данный момент. Не забудьте отблагодарить нас лайком и подпиской на канал, чтобы не потерять наш канал в море Ютуба. Пока-пока и не бомби по пустякам.